И чудом остался в живых в Иркутской области. С путепровода над железной дорогой сорвался вниз большегрузный автомобиль из Красноярска. Фура упала с высоты 10 метров. По предварительной информации, у машины, груженной железобетонными блоками, отказали тормоза. 23-летний водитель пытался прижаться к заграждению, но на скорости большегруз протаранил его и рухнул вниз. Шофер отделался синяками и ссадинами. Полицейским он объяснил, что ехал из Красноярска в Читу. Водитель был трезв, железнодорожное полотно после инцидента не повреждено.